Меня зовут Клэп. Клэп. Проехали. Сегодня я хочу вам показать один момент из моей жизни. Как я первый и последний раз ходила к психотерапевту. Это был такой колоритный мужчина, что рядом с ним любой мог себя почувствовать адекватным, вменяемым, нормальным и здоровым. Наслаждайтесь. Да-да. Здравствуйте, здесь врач-психотерапевт принимает. У вас с головой все в порядке? Да. Тогда садитесь. Рассказывайте о твоих недомоганиях. Вы знаете, у меня боль в области сердца. Участковый врач сказала, что, скорее всего, это на нервной почве. Я вам выпишу таблеточку. Вот, удачи вам. Спасибо. Обязательно буду пить. Ты Меган Фокс? Ты Меган Фокс? Она Меган Фокс. Прости меня. Сколько бы мы всего за этот год уже бы сделали? Это не ее волосы. Мы с вами врачи встречались? Большие глаза. Такое ощущение, что они могут сожрать кого-то. Смотрите, у меня голубые глаза. Это было странно. Как это выключить?